Федь, привет. Звонки были какие-нибудь? Да, звонят уже, звонят. Много? Уж да, уже заказ есть даже. А, ну видишь, как быстро все. Ну сколько вообще раз звонили? Откуда звонили-то? Не, вообще сколько раз звонили? Много? 3 раза пока позвонили. 3 раза. У меня, короче, к тебе еще знаешь что? Я же через ВКонтакте все это делал. Вот, у меня сейчас там 15 сообщений еще. Давайте сейчас их быстренько прочитаю, да? В общем, спрашивают, дверь почем сделать? Бля, сейчас грузится, подожди. Так, вот, короче, первая. Нужна дверь уличная, без изысков, простая, деревянная. Обычная дверь? Да. Ну, если обычно без стекла дверь, то она будет одно полотно. Да? Чего как будет? Смотри, короче, обычно деревянная дверь без стекла. Ну, обычно полотно деревянное, полностью без коробки. Ага. Оно будет стоить 3,5 тысячи. 3,5 тысячи. Потом пишут, табуретка в баню почем стоит? Что? Табуретка в баню. А, табуретка в баню? Да.